Друзья, а задумывались ли вы о том, что будет, если вдруг отключат интернет? Мы живем каждый день, не задумываясь об этом, и даже порой не обращая внимания на сигналы, которые то там загораются, как тревожные лампочки. В каком-то городе России отключили интернет. В какой-то стране отключили интернет. Да, это первые ласточки, это первые знаки, первые тесты. И что будете вы делать, как вы можете представить свою жизнь без интернета? Если вы задумаетесь глобально, это ведь не только игры, это не только информация. Да? Сегодня это наш бизнес, это наша экономика. Сегодня трудно представить жизнь без интернета. Что же будет? Сколько сфер нашей жизни, общей, глобально-человеческой, сразу рухнет? И очень здорово, что сегодня есть люди, которые задумываются об этом, и которые уже сегодня готовятся к этому. Чтобы не было так, что ты все пела, это дело, так пойди же попляши. И я очень рада, что я участвую в историческом моменте, который приближает децентрализацию интернета. И не только это. Готовы узнать? Пишите, с радостью поделюсь.